Добро пожаловать! Мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли. Сегодня в нашем зале мы открываем выставку замечательного художника Игоря Иванюка. Я думаю, что все собравшиеся прекрасно знают этого художника. Но скажу, что он член Союза художников с 1980 года, как график. Да? Но наша выставка – это отчетная выставка за последние 5 лет. Все произведения, написанные художником за последние 5 лет, как я уже сказала. Вам представлены несколько серий этих картин живописных, а также на витринах вы можете увидеть графику художника. Значит, серии подразделяются на несколько категорий. Это портреты, которые выглядят как образы неких людей, и композиции, сюрреалистические картины, фантастические пейзажи, а также сюжетные полотна композиции. Ну и серия орхидей и криптограммы, которые неким образом переплетаются друг с другом. Я по традиции первое слово хочу предоставить Макееву Игорю Олеговичу, заслуженному художнику России, так как у нас отсутствует Виктор Владимирович Лысюк, который находится сейчас в Мурманске на выставке «Российский север», то это первое слово я предоставляю Игорю Олеговичу. Пожалуйста. Добрый вечер, друзья, поклонники таланта Игоря Иванюка. Ну, как уже было сказано, что с творчеством Игоря город знаком. И это не первая выставка, и всем всегда интересно посмотреть его последние вещи. Я думаю, что выставка, конечно, бесспорно будет иметь успех. Мне от себя, но от своего художника, конечно, и не только от нашего отделения Союза, я думаю, что от всех художников города Пскова Игорь должен принять поздравления, потому что среди наших художников он имеет большое уважение как художник, как друг, как товарищ. Я от себя лично хочу сказать такое, что мы с ним знакомы с детства, и, как правило, когда вспоминаешь творческий путь Игоря, то невольно приходит на мысль одна интересная такая вещь, что когда оглядываешься назад, то с первого дня, как мы с ним знакомы, весь его путь он проходил, лично у меня на глазах, и более преданного художника искусства я не знаю, мне не встречался художник, который так самоотверженно посвятил свою жизнь творчеству. Поэтому, наверное, у каждого есть, наверное, какие-то моменты в жизни, что мешает ему его творчеству, скажем так. Что бы ни происходило в жизни, любые метаморфозы, Игорь Иванюк встает утром, пьет кофе, ест свой традиционный бутерброд с ветчиной и идет в мастерскую. И так каждый день всю жизнь. Это своего рода, я считаю,
не только, скажем, на примере его изобразительного творчества, но и, так сказать, какого-то жизненного отношения к своему делу, к своей работе. Я хочу еще раз поздравить Игоря от имени, от коллектива, скажем так, Союза художников, пожелать ему долгих лет жизни, радовать жителей нашего города своим творчеством и не раз увидеть юбилей, и не только юбилейные, а вообще выставки Игоря Ивлюка в нашем городе. Его имя, оно не только известно нашему городу, оно известно далеко за пределами нашей области, постоянный участник региональных выставок. Сейчас, кстати говоря, проходит выставком в Мурманске 11 областей Северо-Запада, где вот представлена и Игоря Ивлюка работа. Так что пожелаем успехов вообще. Я приглашаю к микрофону заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Куприна Владимира Даниловича. Пожалуйста. Уважаемые гостеничи, дорогие друзья, сегодня, как вчера в филармонии на открытии сезона, я много некуда упасть. Не каждая выставка открывается с такого вот посещения, это, видимо, не случайно. Я согласен с тем, что таких талантов, как Игорь Евгеньевич, у нас по пальцам пересчитать. Тем более художник, который связал всю творческую жизнь с Псковом, и видно, вот при всем многообразии и интересной подаче, какая любовь сквозит псковичам в этих картинах. А кто особенно, наверное, псковичам все-таки. Вот, Игорь Евгеньевич, вы отметили и работы в театре у вас замечательные, и выставка очередная, конечно, она будет иметь, несомненно, большой успех. Позвольте вас поздравить от имени администрации области, Государственного комитета Псковской области с юбилеем, с юбилейной выставкой, и вручить вам благодарственное письмо за активную творческую деятельность и большой вклад в развитие изобразительного искусства. И в связи с 60-летием со дня рождения. Здоровья, больших успехов дальше, и я надеюсь, что ваши работы будут продолжать радовать и вдохновлять псковичей на красивую интересную жизнь. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Я приглашаю к микрофону заслуженного художника России Москалева Николая Михайловича. Пожалуйста, Николай Михайлович. Друзья, очень, во-первых, здравствуйте. Очень приятно, что у нас такая вот собралась большая аудитория. Это говорит о том, что действительно творчество Игоря Евгеньевича, ну, многие знают, многие любят. Но я постараюсь, вот сейчас передо мной говорил мой коллега Игорь Макеев, он настолько развернутый, много сказал интересного и хорошего, я бы пытался не повторяться, но что-то все-таки сказать свое по-своему. Игорь Ивлюка, конечно, так же, как и многие из нас, знают очень давно, где-то 70-х годов, когда он еще жил или работал в мастерской там, около моста. Я помню, попал в мастерскую. Ну, в этот период он занимался такой миниатюрной графикой. Это был карандаш. Я как сейчас запомнил, но в то же время, в этот момент, он где-то еще и скульптурные у него были, ну, вот, работы, потому что образование он получил как скульптор. А в тот момент, вот как я больше, конечно, тоже занимался скульптурой, медалями и всем прочим. Мне это было очень интересно. Но потом, на протяжении многих лет,
потому что связан с музеем, могу лучше сказать, что Игорь Матида, Евгений Чумас, это большой мастер, прежде всего, факту. И его настолько удается вот в эти фактуры, он купается. И в то же время это очень интересно, ну, как бы действует на зрителя. В то же время вот я заметил давно все его построения, ну, здесь уже я буду говорить так, что называется плоскость построения. Он строит все-таки и внутрь, и я вижу большое вот влияние этой вот скульптуры. Вот человек осваивает как бы пространство. Это очень важный момент, потому что есть другие художники, которые больше работают только в плоскости. Вот смотрите, Игорь Макеев и я. Я больше сторонник плоскостной живописи. Вот это точно я подметил на протяжении многих лет. Что еще интересно? Ну, что касается первого персонажа и его образа, ну, портреты, это не портреты, это правильно упомянул. Да, скорее всего, это какие-то, ну, образы, аллегории, наверное, на каких-то их им виден людей, встречающихся, но с каким-то подтекстом. Вначале у меня, вот я лично, вначале я тоже как-то настороженно относился к его работе, но потом его работа сейчас, да, такие у нас, ну, образы есть, действительно, такие многие, в общем, прочувствовали, проникнули. Я бы его еще, ну да, вот расположил все-таки Игорь по мировоззрению, он сюрреалист. Именно сюрреалист, и многие вещи его, я бы назвал его какие-то как сны, вот как сны, вот так я его вижу. Я просто, мне было приятно посмотреть и вот оценить его последние вещи, но я просто порадовался. Порадовался, ну, за мастерство, за выстроенность. Мы с ним по соседи по мастерской, и я знаю одно, но я повторюсь, что Игорь действительно это трудяк, это трудовая лошадка. И когда бы я ни пришел, Игорь всегда на месте, если там чего-то не случилось такого-то. Поэтому, что можно еще сказать об Игоре, в его живописи и в его работах? Отметить, это большой багаж, особенно для тех людей, которые делают, может быть, какие-то первые шаги в искусстве. Но этот художник может даже не совсем, ну, лег для своей, особенно для молодого поколения. Но, тем не менее, это интересный художник. Поэтому я тебе желаю всяческих совершений и, прежде всего, здоровья. Желающие сказать еще несколько слов. Ничего не слышал.
Это знак, да? Это встреча заканчивается. Всем спасибо. Спасибо большое. Выставка открыта. Спасибо за внимание.